На сегодняшний день у нас у единственных, у которых есть конкретная разработанная программа. И как отстранить режим поэтапно, и как начинать развивать экономику и внедрять социальную справедливость. Эта программа в открытом доступе, люди могут ее посмотреть. Экономическая часть этого вопроса основана на макро- и микропоказателях. Как, что, когда, каким образом сделать. Это первое. Второе. Значит, что нас отличает очень существенно? Да, начиная с первого. Государственность, нейтралитет, молдавская идентичность. Они против этого всего. Так, господин Антоний, стоп. Государственность, нейтралитет, молдавская идентичность. Это поддерживаете, не поддерживаете? Нет, это три мыльных пузыря, за которым ничего не скрывается.